Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео у нас снова распаковка бумажных сюрпризов. У нас сегодня новая коллекция. Эта коллекция называется «Цветная вечеринка». Я очень хотела сделать какую-то коллекцию с вкусняшками, и мне пришла в голову сделать коллекцию «Цветная вечеринка». Это у нас такая вечеринка, когда собираются люди, и каждый из людей одет в одежду определенного цвета. Допустим, приходит человек в желтой одежде и приносит желтые вкусняшки. Вот такие вот у нас здесь пакетики. Это пакетики в виде пакетиков. Но все эти пакетики с очень интересными рисунками. Вот, например, с пиццей. Здесь у нас с ромашками, с лимончиками, с шариками такими в виде собачек. Ну, остальные, в принципе, я показала. И здесь у нас в этой коллекции целых 32 сюрприза, очень много времени на нее ушло, и я очень надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, потому что я в это вложила очень много труда, и я надеюсь на какую-нибудь отдачу. Минимально, как вы можете меня поддержать, это поставить лайк. Давайте отберем пакетики для сегодняшней распаковки, как раз из этой коллекции. Давайте из этой коллекции возьмем вот этот пакетик с ромашками. Дальше из коллекции «Что в моем рюкзаке» я хочу взять вот этот вот рюкзак в Микки Маус. Дальше отберем пакетик из коллекции «Тролли». Возьмем давайте вот этот пакетик с Брозоной. Дальше коллекция «Свечки». Здесь у нас осталось всего лишь два пакетика, два сюрприза. Возьмем давайте вот эту свечку с запахом лимона. Коллекция «Патчи». Отсюда я хочу взять вот эти патчи с бананчиками. Дальше коллекция «Приготовь». Здесь давайте возьмем вот этот вот пакетик в виде холодильника. Здесь даже несколько интересных магнитиков. И коллекция «Резинки». Отсюда давайте возьмем... Тоже давайте возьмем резинку с ромашками. Она довольно-таки красивая, мне очень нравится. И коллекция «Смузи». Давайте возьмем вот этот пакетик с апельсиновым смузи. Ну а первую коллекцию давайте откроем «Тролли». Вот такой у нас пакетик с Брозоной. И здесь даже маленький цветан. И здесь нам как раз попался цветан, только уже взрослый. Этот цветан у нас под номером 4. И вот наш каталог. И вот наша коллекция с троллями. Ищем номер 4, вот здесь будет наш цветан. Ну и вот на этой страничке у нас уже есть два брата, цветан и Флойд. Давайте откроем следующую коллекцию «Приготовь». Вот наш пакетик в виде холодильника. Посмотрим, какой ингредиент нам сегодня попадется. И здесь нам попался разрыхлитель теста. Если честно, мне кажется, то, что еду, которую мы готовим, очень сложно угадать. Разрыхлитель под номером 6. В принципе, некоторые уже пишут предположение, но, к сожалению, пока что никто именно конкретно не угадал, что же мы готовим. Ну а теперь давайте перейдем к коллекции патчи. Здесь у нас пакетики, а здесь у нас сюрпризы. Возьмем пакетик с бананчиком, который мы взяли. А здесь нам попался вот такой патч с гавайским листом, или как это называется, я, если честно, не помню. Эти патчи у нас под номером 12. Ну а теперь давайте приклеим наш пакетик. Дальше я хочу открыть коллекцию «Что в моем рюкзаке». Вот такой вот у нас пакетик. Это желтый рюкзак с ушами Минни Маус. И
И здесь нам попались вот такие ключи с брелком в виде пушина. Но этот сюрприз у нас под номером 10. Ну и вот эта коллекция, что в моем рюкзаке. У нас здесь два разворота. И давайте приклеим этот сюрприз. У меня есть точно такие же ключи, именно поэтому я сделала именно их. Могу их даже сейчас показать. Ну и вот эти ключи, вот такой вот брелок с пушином. И здесь даже есть брелок с Hello Kitty. Это была коллекция «Что в моем рюкзаке», а теперь я хочу перейти к новому каталогу и открыть новинку этого видео «Цветная вечеринка». И вот наш новый каталог. Сейчас я вам покажу странички, которые я сделала для этой коллекции. Вот первые странички, первые развороты. Здесь у нас будет фиолетовый цвет и розовый цвет. Дальше идут странички с красными вкусняшками и с зелеными вкусняшками. Каждого цвета по 4 вкусняшки, кстати. Дальше оранжевый и желтый. Здесь я сделала вот такие японские фонарики. Мне кажется, получилось очень красиво. И дальше синие вкусняшки и белые вкусняшки. Здесь вот такие диско-шары. Ну и вот наш желтый пакетик с ромашками. Эти ромашки даже улыбаются. В каждом пакетике по 2 сюрприза. Здесь у нас попалась синяя вкусняшка и красная вкусняшка. Синяя у нас это Пепси, а красная это Доритос. Мы как раз сейчас на синем развороте. Давайте приклеим сначала Пепси. Пепси под номером 26. Если честно, я очень заморочилась с этой коллекцией. Сначала я искала в Пинтересте, в Гугле вкусняшки, выбирала, какие мне вкусняшки для какого цвета сделать. Потом я оформляла странички и пакетики, и на это все ушло очень много времени. Доритос под номером 9. Вот такая вот у нас коллекция. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, можете написать в комментариях и поставить лайк. Также можете написать в комментариях, какой из разворотов вам больше всего понравился. Давайте перейдем к коллекции смузи. Вот наш пакетик с апельсиновым смузи. Ну, посмотрим, какой ингредиент нам попадется здесь. И здесь нам попалась манго. Если честно, я не очень люблю манго, но манговое мороженое мне нравится. И этот сюрприз под номером 2. Также в этом каталоге у нас есть коллекция резинки для волос. И эта коллекция у меня, кстати, неожиданно начала набирать просмотры. Я даже не ожидала. Ну и сегодня мы откроем вот такой пакетик, резинка для волос с ромашками. И это у нас, кстати, пакетики наклейки. Здесь нам попалось вот такое украшение в виде бабочки. Ну а теперь давайте приклеим саму резинку. Это резинка под номером 4. Мне кажется, получилась очень красивая резинка для любителей голубого цвета. Ну и теперь мы вернемся к старому каталогу. Вот наш старый каталог. Давайте сейчас откроем коллекцию свечки. Вот эта коллекция. Мы взяли сегодня тоже желтую свечку, желтый пакетик. Это у нас свечка с запахом лимона. Здесь нам попалась вот такая летняя свечка. Это свечка с запахом арбуза. Я очень люблю арбузы. Поскорее жду лета, чтобы кушать арбузы и дыни. Это сюрприз под номером 6. Всё. Ну и вот такая вот у нас сегодня распаковка. Это были все сюрпризы на сегодня. Всем спасибо за просмотр, за лайки, подписки и комментарии. Всем удачи, всем пока! Увидимся в следующем видео.